признается открытым. И здесь, прямо тут для вас, выступает группа Электрозомби. Мы играем музыку в стиле некрокраст. Вот, ультра-некрокраст. Следующая песня основана на реальных событиях, называется «Живая мертвечина». Я симпатичен, остроумен, красив, не по годам умен. Любая тёлка без раздумий мне даст, и это все не сон. Король, звезда, отличный парень, все это тоже про меня. Я скромен, это моя карма, я чистый, даже не свинья. А все, с кем я общался лично, не зря прожили жизнь свою. Я милый парень, обаяшка, для вас я песенки пою.
Иван Иваныч жил в шкафу на самой верхней полке, на случай тот, когда к нему придут в квартиру волки. Иван Иваныч просто псих, хихикали соседи, пока не съели ночью их голодные медведи. Помидоры-убийцы, погнали! Ты идёшь вокруг закрёт, как ты точно так же. Ты должен уважать его, а то он не разрешен. А ты человека могут превратить за свету. Когда идёшь на кухню, ты задумайся об этом. Какой из них несёт тебе серьёзную угрозу? Какой из них свирепый и кровавый жад мозга? Мои слова за шутку, но однажды отомстят эти красные ублюдки. Помидоры убийцы на большой дом. Они забивают штаты судов. Их жестокость не за границ. Вот уж услышу предсмертный крик. Помидоры убийцы. Помидоры убийцы. Помидоры убийцы. Зимою снять дюбу. Вода ест мороженое, а кто-то водку пьет. Зачем он просия, конфета, дискотека? Лакета, помидоры, и съедают человека. Помидоры убийцы порвали свой дом. И купивай штаты судом. Им жестокость не знать звонит. Он уже слышит предсмертный крик. Помидоры-убийцы! 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 Хой! Е-е-е! Песня «Чупакабра». Yes.
что навидать, что нужно указать, что перед вами веряется, блядь, но и на дне голове верятся не теперь. Жрет из мавзолея, вылезают крокодилы. Мир захвачен супостатом. Мир захвачен супостатом. Упоня изнашено. А мне похуй, мне пиздата. Я уже пухой говно. We'll be right back.
боимся людей. Всех убивают на дороге моей. Болотный динозавр. Болотный.
и в тумане. Там мы краем врага, как со всеми слезами. Вообще не можно нам пойти за в этом жутком месте. И мы живем-то кто-нибудь, это неизвестно. Обнадием в нашей жизни, твоя тележка. Это реальность, которую не все болели. Ровно 18, но и кругом почти. Последний раз сейчас мы сможем только помолиться. Я бы снял врачи. Лютая смерть на морозе, наши мы все в сезон.